этом поезде я познакомилась с Сашей. Она фотограф. Мы сидели, болтали почти всю дорогу. Наконец-то доехали. Я спала сегодня 2 часа. Солнце тут светит, как клёво. Здрасте. Такая у нас компашка. Я еще потом вас со всеми познакомлю. А мы сейчас поедем в наш отель. Надеюсь, что вы готовы к рум-туру. Я уже сняла кофту, потому что я вспарилась в ней. И сейчас вам все покажу. Я уже все посмотрела, потому что первым делом я снимала все в сторис в Инстаграм. Итак, вот такая ванная. Очень красивая. Кстати, отель новый. 3 недели назад официально открылся. Посмотрите, как приятно. Добро пожаловать, госпожа Байсул. Очень классно. Выглядит реально супер. А еще, когда я зашла в ванну, я увидела, как много классных разных продуктов от бренда Vichy мне сюда поставили. Подарок. Буду всем этим пользоваться. Очень здорово, потому что я не все пробовала, и это очень приятно. Поэтому спасибо большое. Мы, кстати, сегодня с девочками обсуждали, и проскочила такая фраза, что шампуни и вообще продукты для волос от бренда Vichy как-то недооценили и больше делают акценты на продукты для ухода за кожей лица. Вот, поэтому надо будет потестировать, я еще не пробовала. Если честно, если бы я знала, я бы даже не взяла свой шампунь и бальзам. Но ничего, в любом случае буду пробовать. Мне безумно нравится вот этот флакончик, тюбик, потому что это намного удобнее. Я, кстати, давно ищу шампунь, где будет вот такая штучка. Ну, конечно, самое главное, чтобы шампунь был хороший, а потом уже флакончики. Но я думаю, что у бренда Vichy точно хорошее. В этом отеле, кстати, умный дом. Здесь все очень классно. Очень много разных инноваций. Посмотрите, какой душ. Гляньте. Если честно, мне даже страшно подходить, я боюсь, вдруг он включится. О, боже, и вот такой вот здесь умный туалет, который меня второй раз пугает. К нему только подходишь, он сам открывается, что-то там брызжет. Очень интересно, на самом деле. Ну, я такое уже видела, правда, но давненько в Париже. И очень клево, что теперь есть такой отель и такие инновации в России. Вот сколько здесь разных функций интересных. Если честно, я боюсь таких вещей, потому что, я не знаю, вдруг что-то не то нажму, но это очень круто. Может, даже и попробую, не знаю. И сейчас посмотрим сам уже номер. Здесь слева шкаф. Кстати, обратите внимание, какой большой номер. А, вот и наш умный дом. Так-с, пум-пум-пум, свет. О, слушайте, я прям как Мэг. Вау. Умный дом рулит. Очень классный дизайн, мне очень нравится сочетание. Посмотрите, какие детали мои хорошие. Очень-очень классно. Тумбочки такие красивые. Но какая же кровать! Какая кровать! Мне, кстати, очень сильно нравится то, что именно синего цвета. Прям такой благородный, глубокий оттенок. Вообще бомба. Очень классно. Какая картина красивая. Вот такие вот шторы, которые, я так понимаю, сами закрываются тоже, я видела. И давайте посмотрим, какой у меня вид из окна. На Питер, мои хорошие! И, кстати, хоть меня все и пугали, я думаю, что не напрасно, но погода за окошком очень даже ничего. Ой! Дальше не открывается. Пожалуй, закрою. Так что вот такой вот у меня вид на город. Буду сидеть здесь, пить капучино, думать о нем, о своем муже. Очень классно. Сейчас уже начинает вечереть, поэтому нет солнышка. Хотя, может быть, и есть, просто спряталась. Но когда мы приехали, было такое сильное солнце, что я даже не видела, куда иду. Так, возвращаемся. Здесь вот такое тоже классное зеркало. Я переживала, что не будет удобного места, где краситься. Но зря, потому что в разных отелях бывает по-разному. Большой телевизор. Интересно, есть ли тут YouTube? Мне кажется, что да. Здесь такой планшет. Я думаю, что если в нем покопаться, там можно и заказать еду в номер,
и выбрать, что смотреть. Я пока не убираю эту заставку, потому что она мне очень нравится. Здесь лежал такой подарочек от бренда Виши. Пока еще с ней не разобралась, но это очень приятно. И фрукты! Хотите знать, какой у меня план? Я хочу немножко отдохнуть, привести себя в порядок, подправить макияж, потому что через 1,5 часа у нас будет встреча внизу, там у нас будет презентация, нам будут рассказывать про инновационные продукты, про наш тур, ну и много всего другого интересного, я думаю, что тоже что-то поснимаю. И что? А потом мы поедем на ужин, поэтому я хочу переодеться, как-то, не знаю, уже после дороги немножко отдохнуть. Я уже, в принципе, немножко отдохнула, и у нас был очень вкусный обед. Но надо в любом случае разобраться с чемоданом. Я не буду раскладывать все вещи, я просто достану, посмотрю, что у меня там. Переоденусь, скорее всего, более, ну, по-питерски, потому что я приехала в такой толстовке синей. Все-таки я ее взяла с надписью «Москва», но я подумала, ну что, это же просто нашивка, ничего такого. Надену пальто. Так что буду отдыхать, разбирать немножко чемодан и ждать продолжения этого дня. И сейчас, когда отдохну, я думаю, что с вами еще поболтаю, что-нибудь расскажу, потому что рассказать есть что. В общем, я немножко замерзла. Получается, у меня есть час, чтобы чилить, отдыхать, но я вообще хочу пофоткаться. Ну, в номере просто там в зеркало как-то прикольно, какие-то детальки, может быть. Ну, не знаю. В общем, девчонки наши пошли гулять, не все. Наверное, человека 3 из 7 остались. Я один из тех людей, которые остались. В принципе, что не мудрено. Это чисто я, мой стиль. Во-первых, я смотрю, уже за окном не так уж и светло. Уже как-то холодно за окном, как будто бы все выглядит. Я не хочу идти, потому что у меня и так организм очень уставший. Звучит как отмазки. Я смешная. Звучит, возможно, как какие-то отмазы, чтобы там никуда не идти, но... Правда, я спала сегодня 2 часа, я очень долго не могла уснуть, потому что у меня всякие тупые мысли в голове были, в духе, что фотографы так и не прислали фотографии для гостей, которые мы могли бы отправлять, как обычно делают фотографы со свадьбы. Это меня расстроило, то, что видеограф прислал фильм на 15 минут, хотя мы договаривались на 40 минут. И, ну, как-то особо никто не торопится ничего присылать, что-то переделывать, не знаю. Хотя фильм очень красивый получился, но 15 минут, серьезно, ну, как бы, такое себе, если честно. Хотя очень динамично и круто, но я хотела версию подробную, и все родственники наши, родные, ждут, когда будет подробная версия, ну, как подробная, просто еще один фильм, где будет получше видно с других каких-то углов. Но это же память, в первую очередь, это память для нас, для наших родных. Я понимаю, что кого-то эта тема уже достала со свадьбы, никто ничего не хочет смотреть, но YouTube-канал мой — это, как, знаете, облако хранения, не знаю, где хранятся мои видео, файлы разные, влоги, какие-то важные события в моей жизни. Поэтому даже если там будет мало просмотров, в любом случае это останется для нашей семьи. Ну и кому-то из подписчиков будет интересно посмотреть. Ну, короче, в общем, лежала, думала про всякие эти мысли, что все это мне как-то не нравится, что это такое вообще. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим. Просто уже прошло с нашей свадьбы больше 2 месяцев. Кстати, на Сапсане мне понравилось ездить. Хотя, на самом деле, всю дорогу практически, ну, наверное, 60 или 70% дороги я болтала со своей спутницей. Саша зовут, она фотограф, у нее очень классные работы. Я посмотрела Инстаграм, подписалась, потому что это просто вау, реально офигенно. Ну, мы болтали про блогерство, про всякие делишки, про фотографии, про проекты. Очень много говорили про бренды, про проекты. Всякие какие-то истории друг другу рассказывали интересные. Вот, и мы с ней пришли к такому выводу, насколько разные не то что сферы у нас, и не только так, что типа у меня одна сфера, у нее другая, ну вот в плане... Короче, мы говорим про какие-то бренды, проекты, которые у нас были, что-то какие-то истории рассказываем, какие-то поездки, блог-туры, и я просто понимаю, что те проекты, которые были у нее, в моих кругах вообще ни у кого таких проектов я не видела, то есть те люди, на которых я подписана, у них вообще такого не было. И также наоборот, я ей говорю то, что вот у нас была такая-то поездка, такая-то, и ну как-то вот, ну типа не знаю, это так интересно. Я понимаю, что, например, иногда я смотрю тиктокеров, их странички, ну даже просто ради интереса, я понимаю, что у них абсолютно другие проекты, другие бренды с ними работают. То есть вот все равно как-то каждому свое.
И это просто интересно. Чем руководствуется бренд, когда выбирает, например, какой-то определенный список людей? Я думаю, что там и от возраста зависит, и от возраста аудитории. Не знаю, но интересно. Классный у меня, конечно, номер. Нравится мне. Единственное, что мне немножко в нем одиноко. Можете смеяться надо мной. Я знаю, что многих уже достала эта тема, что тебе вышла замуж, но дело не в том, что я вышла замуж, а в том, что я люблю быть со Славой. И мы всегда вместе. И я понимаю, на самом деле, очень хорошо, что мы сейчас не вместе, с одной стороны, потому что у нас есть какая-то возможность соскучиться, хотя я и так скучаю по нему, и у меня даже в песне моей поется. И даже рядом я скучаю очень-очень. Песня называется «Эй, бой». Я, кстати, ее вообще никак не выставляла, не рекламировала, скажем так. Просто когда она у меня вышла, Слава сделала мне предложение, и как-то все закрутилось-завертелось, потом свадьба. Ну, в общем, ну ничего, может, еще придет время. Короче, к чему я? Я увидела комментарии под предыдущим влогом, и там некоторые люди писали, типа, Юль, вообще так круто, мы, наоборот, так рады за тебя, я абсолютно не бесит, потому что ты постоянно про муж и так далее. Вот пока вы мне про это пишете, я буду про это говорить. Просто нужно успокоиться вам, и я успокоюсь. Но, с другой стороны, это же моя жизнь. Я не говорю о том, что мой муж — это вся моя жизнь. Все-таки я и себя тоже люблю, и родителей люблю, но как бы... Просто это очень важная часть моей жизни, и как я могу об этом не говорить? Как я могу об этом не думать, если я этим живу, скажем так, живу своей семьей? И я прекрасно понимаю людей, которых это бесит. Но я ничего с этим поделать не могу. А еще я поражаюсь, мне почему-то кажется, что после свадьбы, после того, как я вышла замуж, у меня появились недоброжелатели. Не, я понимаю, что я не всем нравлюсь, я прекрасно это понимаю, я понимаю, что кого-то я бешу и раздражаю, я понимаю, это, ну, нормально, меня тоже много чего бесит, и много кто мне не нравится, ну, это нормально, ничего с этим не поделаешь. Но просто появились такие люди, знаете, я прям чувствую, что вот они же спокойно могли мне этого не написать, но написали. А написали потому, чтобы как бы обидеть меня, потому что я, наверное, в их глазах очень счастливый, наполненный, жизнерадостный человек. Вообще, у меня все зашибись, и поэтому, наверное, эти люди мне завидуют, поэтому пишут гадости. Но другого объяснения не могу найти. Просто даже, вот знаете, я в сторис часто сказала, вот за последний, там, не знаю, час, что здесь нахожусь, ну, я снимала, что-то рассказывала, я очень много за этот день, короче, сказала слово «инновационный». Какая-то девка, которая до этого мне писала тоже, ой, у тебя ошибка здесь или ошибка тут, на сторис отвечает, потому что я часто оформляю сторис, пишу текст, и иногда я допускаю ошибки, возможно, типа, очень жесткие ошибки, над которыми там любой может посмеяться, иногда это Т9, иногда я реально сама могу допустить ошибку. И не потому, что там, типа, случайно нажала, иногда я просто реально могу взять и допустить ошибку, а потом такая, типа, блин, вот я дура. Как можно было здесь не поставить мягкий знак, например. Я просто, бывает, даже не думаю об этом. Я просто печатаю, и я думаю, блин, ну и так же понятно. Ну, короче, суть в том, что мы все люди, мы все живые люди, и меня это абсолютно не расстраивает, не задевает, когда мне кто-то что-то пишет. Я просто поражаюсь, то, что люди такие злые. То есть меня это не обижает, но поражает. Вот так. И эта девка, я уже заблокировала, думаю, вот конченые. Она еще на меня подписана, я просто думаю, зачем? Зачем, если тебе все так не нравится, если ты считаешь меня такой тупой? Пишет мне, типа, о боже, выучила одно слово, теперь его везде пихаешь. Типа, инновационный. Ну да, я же не знала этого слова. Просто суть нашей поездки заключается в том, что, ну, инновации сейчас. И реально, об этом, ну, не один раз сегодня говорилось. И когда заходит там речь о продукте... И о бренде тоже, и о каких-то новинках, ну, как бы слово «инновации», оно присутствует. Поэтому, наверное, из-за этого, ну, я постоянно это говорю, потому что как-то, как будто бы тема этой поездки — это инновации, инновационные продукты. У нас точно такой же инновационный отель, умный дом. Ну, короче, не знаю, что такие злые вообще. Массаж на завтра. Нам наши организаторы предоставляют, ну, в отеле есть,
Но это все от наших организаторов, от бренда. Ну, знаете, бывает там отели что-то делают, и досиды, но тут чисто все замутили организаторы и бренд Виши. И завтра у нас будет массаж, можно было выбрать время. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Угадайте, что я выбрала. Никогда не догадайтесь. Вы думаете, самое последнее, самое позднее? Нет, я выбрала самое раннее, 9.30. Объясню, почему. Потому что там будет массаж лица, и мне лучше сделать сначала массаж лица, а потом накраситься. А не так, что наоборот, сначала мне накраситься, а потом пойти в 12.30, например, на массаж лица, где мне весь макияж смоют и размажут. Поэтому я решила так. Я успела забить. Я очень рада, что я успела забить это время. Там по 2 человека можно. Одна девочка написала, и я тоже написала, а там уже остальное время тоже забили. В общем, ладно, буду допивать свой кофеечек, пойду пофоткаюсь в зеркало. Очень красивое зеркало, там ванна вообще классная. В общем, я уже переоделась, немножко привела себя в порядок. Сегодня придется мыть голову, хотя я вчера помыла ее, бред какой-то, надоело это уже. Заодно будет варик опробовать новый шампунь. Пыталась пофоткаться в ванной, не знаю, мне кажется, ничего путного не вышло. Мне нужен помощник. Где мой муж? Я сейчас возьму свою карточку и пойду. Я тут навела хаос небольшой. Пойду я на презентацию. Все, мы спустились. Сончик. Здесь у нас будет презентация. Ух ты! Здрасте! Да! Встреча с министром культуры. Я была на одной такой. Рада приветствовать вас в поездке Виши, которая посвящена 90 лет инновации и технологичности. Соответственно, Олю и меня можно познакомиться, представляю Елену Александровну Моровицкую. Не хватит слов, чтобы передать все регалии и описать все заслуги. Действительно, легендарный список, который внес Елена Александровна, внесла огромную лепту в развитие дерматологии не только в России, но и в Европе. Поэтому сегодня у нас от себя, могу сказать, большая честь слушать, вникать про дерматологию, косметологию от Елены Александровны. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Кратко, начнем краткий час от меня, буквально про бренд, и дальше Елена Александровна расскажет про инновации, которыми гордится бренд Виши, и кратко пройдемся по гаммам, которые являются фокусными, такими старт-продукт в течение нашей поездки. В основе бренда Виши всегда лежало здоровье. То есть это было фундаментальным принципом, на котором был основан бренд. Это бренд, который был основан на врачом. Это был первый бренд, который понял о том, что термальная вода имеет свойства, которые будут полезны и будут работать на здоровье, укрепление кожи. И это был первый бренд, который разделил средства по уходу за кожей по ее типам. И таким образом доктор Адлер, он был первый, кто сделал средства для сухой кожи, потому что потребности ее отличались от кожи комбинированной там, или жирной. Собственно, 90 лет назад мы стали этой первой маркой, и с тех пор, каждое десятилетие, мы были спутником, партнером, надежной опорой женщин на каждый из этапов ее развития. То есть это буквально от самых первых уходов, которые есть, увлажнение, проблемная кожа, до зрелой возрастной кожи, когда уже наступает период менопаузы. Под каждой этих декад жизни женщины у нас есть свое решение, которое поможет ей здоровой, красивой кожей вступить еще в другой следующий этап. Три кита, скажем так. Это инновации, эффективные, безопасные формулы и сотрудничество с врачами. Под инновацией мы подразумеваем разработку формул, патента. Мы понимаем, что все формулы должны быть протестированы, что они должны быть безопасными, но при этом они должны работать, должны давать видимый эффект. Все средства с научно доказанной эффективностью. Мы, когда выпускаем средства перед тем, как выпустить его на рынок, да, мы проводим исследования на разных группах женщин и понимаем, что здесь мы получаем там, условно минус 10% морщин, здесь мы получаем плюс там, столько-то процентов улучшения тона кожи и так далее. То есть это все про научную доказанность. И последняя часть — это партнерство с врачами. Как я уже начала рассказывать, это врачи участвуют в разработке наших формул, врачи участвуют в тестировании формул. И, безусловно, огромную роль для нас играют врачи как признание медицинским сообществом. Поэтому рада передать слово лучшему представителю Елене Александровне. Спасибо большое. Замечательное совершенно представление.
То есть это косметика, которая имеет абсолютно прозрачный состав, абсолютно доказанный, причем объективно доказанный результат воздействия, безопасность. Ну, считается так, и это действительно правильно, что дерматокосметика в основном продается в аптеках. Это, безусловно, зависит от политики стран, но тем не менее, в общем, в большинстве стран это так. И мне кажется, Виши – это тот самый бренд, который представлен во всех странах, наверное, в аптеке. Пожалуй, Виши – это особый пионер. Особый пионер, действительно, вот совершенно верно вы сказали по поводу того, что, пожалуй, это первая марка, которая стала пропагандировать абсолютно разный подход к уходу за разными типами кожи. И впервые, пожалуй, это появилось. Мне вообще очень импонирует термальная вода. Будем мы с вами говорить о таком понятии, как экспосом или экспозом. Наверное, слышали уже об этом. История такая. Это был 2005 год, когда британский врач-эпидемиолог доктор Кристофер Уайлд предложил такой термин. И вы, наверное, все английский знаете, exposure значит воздействие. То есть это совокупность факторов внешней среды, которые действуют на организм. Кожа – это самый большой орган человеческого тела. Площадь 1,7-1,8 квадратных метров у взрослого человека. И ну, это действительно самый доказанно самый большой орган. Затем это покровный орган. То есть, собственно говоря, это та самая внешняя оболочка, которая нас разделяет с внешней средой. И в медицине есть такое понятие гомеостаз, то есть постоянство внешней среды. И вот кожа как раз по всяким разным параметрам, она его обеспечивает. И у кожи, конечно, много функций, и очень они интересно изучаются. Но вот мы сегодня говорим о воздействии внешнем. И, пожалуй, пионером как раз в изучении внешних разных воздействий на кожу была марка Виши. В каком плане пионером? Появился интерес к таким исследованиям, спонсировались такие исследования, и это чрезвычайно важно. То есть вот появился определенный климат мнений, климат настроений и определенные публикации работы. Если говорить о коже как органе, безусловно, так как он покровный орган, есть первая очень важная функция – это барьер. Вот сейчас очень много говорят о барьерах, причем компонентов барьеров их много. Есть эпидермис, это самый поверхностный слой кожи, где клетки должны лежать очень плотно, они должны быть сцеплены. Дальше идет слой мертвых клеток, которые тоже иметь должны совершенно определенное строение. И очень важно, чтобы между этими мертвыми клетками еще находились липиды. И сейчас известно, что кожа – это механический барьер. Кожа – это антиоксидантный барьер, потому что в роговом слое есть определенная система антиоксидантов. Кожа – это иммунный барьер, потому что уже в эпидермисе, в самом поверхностном слое кожи, есть клетки, которые отвечают за иммунный ответ, в том числе и против инфекционных агентов. Все, ребят, я уже пришла в номер, у нас закончилась презентация, и я просто в шоке. Я не знаю, это было настолько интересно, несмотря на то, что я сегодня не спала, и там был такой свет, знаете, приглушенный, что глазам было, ну, тяжело. Вот прям хотелось их вот как-то вот, ну, устали просто глаза из-за того, что не выспалась. Но мне было так интересно, и понятное дело, я не спала, я все слушала, записывала максимально вот все, что могла. И после этой презентации я поняла, что я вообще не ухаживаю за своей кожей. И я поняла, насколько важно использовать сыворотки. Знаете, я всегда к этому так, ну, не то что скептически, короче, отношусь. Думаю, блин, а может мне это и не надо? В общем, на самом деле, я даже не думала, что эта поездка для меня откроется вот с такой стороны. Ну, то есть, я думала, что, ну да, тур с Виши, офигенный бренд косметики, уход за кожей и волосы тоже, шампуни. Но я не думала, что эта поездка, по сути, она очень важна была для меня. Очень важна, потому что вы знаете, что у меня не самая хорошая кожа на планете Земля, и мне, правда, очень полезно узнавать какие-то такие вещи, которые помогут мне правильно ухаживать за кожей. Конечно, наверняка есть вариант там пойти к дерматологу, ну, хотя я не знаю, правда, вот я не знаю, к кому вот так вот прийти, и тебе реально расскажут офигенно и именно вот научно доказанные вещи, которые прошли исследования, испытания, то есть это настолько мотивирует и вдохновляет, и
такое большое доверие к бренду. Вот, я и так знаю, ну как бы Виши, вы сами представляете, 90 лет отмечает. И то есть тут понятное дело, что это там уже столько испытаний пройдено и научно доказанных каких-то моментов, что ты в любом случае доверяешь. Но вот у меня все равно всегда к косметике такое, знаете, то, что а вдруг это же подобрать надо. У нас особенно сегодня про эту сыворотку рассказывать. Самое интересное, что когда я раньше начинала использовать какие-то сыворотки, меня хватало на несколько дней, и я такая типа, ой, ну ладно, все как бы понятно. Но нам рассказали, что нужно как минимум 6-7 недель использовать, и тогда уже вы видите реальный результат. И самое еще интересное, да вообще много всего было интересного, и просто мы с девчонками настолько загорелись этой презентацией, то, что нам рассказали, это было очень интересно. Короче, я не знала, правда, может быть, все об этом знали, многие, но я не знала, кожа обновляется раз в 28 дней, то есть каждый месяц, но не полностью обновляется, понятное дело, разумеется, но... Вот, например, почему всегда лечение кожи занимает такое долгое, ну, продолжительное время. Например, когда у меня были какие-то болячки, да, ну вот пока покраснение, потом корочка, еще что-то. То есть это в любом случае всегда занимает много времени. И понятное дело, что за месяц, да, если у вас были какие-то прыщи и болячки, все это не пройдет. То есть нужно, ну, как минимум полгода, да, чтобы восстановить прям хорошо кожу. И это при том, что вы за ней ухаживаете, лечите. Просто я это хочу сказать к тому, что да, у меня сейчас не идеальная кожа, потому что у меня бывают периодически какие-то, ну, неприятности. И самое главное, что я всегда себе говорю, это не трогать лицо, не давить прыщи, но иногда у меня бывает такое, но вот конкретно вот эта красота у меня вот здесь вот, она приехала со мной из Турции, и сейчас я тоже поняла, почему, потому что у меня неправильно был подобран SPF-крем, и что еще я узнала, что оказывается у меня не веснушки, uno momento, я реально говорю, очень интересно, короче, я узнала. Помните, я вам говорила, что у меня на носу вылезают стрёмные веснушки от солнца, оказывается, это солнечное лентиго. То есть это не веснушки, то, что у меня вылезает. И они, эти штуки у меня вылезают, потому что у меня передозировка солнечной нагрузки. То есть это значит, что у меня неправильно подобран SPF-крем. И тот момент, когда ты понимаешь, что всю жизнь у тебя на солнце вылезают не веснушки, а лентиго. На самом деле это реально интересно и... У меня там есть еще конспектик. Короче, я в шоке. Когда у нас закончилась презентация, я сказала, что после всего, что вы рассказали, я чувствую, что я вообще как будто бы не ухаживала за своей кожей, потому что столько нюансов, столько моментов, и все это так, не знаю, завораживает и вдохновляет. Вдохновляет в том плане, что каждый раз, когда я отмахиваюсь от каких-то вариантов ухода за кожей, потому что я думаю, что все равно... Типа, я все равно сразу же не увижу результат. Это неправильно. Просто самое главное — выбирать те марки, которым вы доверяете. И разумеется, что доверять маркам, которые существуют там 1-2 года, 3 года, да даже не важно. Но мне кажется, даже, ну ладно, я думаю, 10 лет уже точно можно доверять. Ну, короче, это я к тому, что насколько важно правильно выбирать косметику и уход за кожей. В общем, сейчас я одеваюсь потеплее, и мы идем на ужин! И я... Просто реально, я счастлива, я безумно счастлива, что я в этой поездке. Я безумно благодарна Виши за то, что предоставили такую возможность приехать сюда и просто узнать столько нового и вообще быть частью этого тура. На фоне меня наш отель Лакми. Сейчас мы идем пешочком. Конечно, давайте. Спасибо большое. Давай. В общем, кто не в курсе, как раз-таки было меню. Да, все верно.
бизнес-сончик цветочный. И она... Угадайте, да, как мы связаны. Как? Свадьбами! Кстати, Сончик тоже помолвлена. Так что это вообще так здорово. Мне кажется, в этом году столько людей получили классные предложения. Proposal. В общем, я хотела еще рассказать, что помните, у меня был букет невесты, даже целых два, а у Славы бутоньерки, целых четыре. Все для Славы. Да, это все Сончик. Да, мы очень старались. Это очень классно. Белые пионы прям искали по всей Москве, но мы на социальном круге, и на всякий случай сделали два, букет дублер. На случай, если ты бросаешь букет, да, и хочешь отдать второй себе. Так и было, один я выбросила. Да. Настя букет поймала. Офигеть. Ну все, ждем, Аркаша. Да, Настя. Мы давить не будем. Сами пусть. Вообще не давим. Никак. Ну, короче, просто хотела сказать спасибо. И я очень рада. Я просто искала уже в последний момент. Чего скрывать? Сончик подарила это. Это был такой подарок для меня. Я очень благодарна, правда. Ну, цветы самая очень классные. Самая красивая невеста. Мы с Кариной, конечно, это лето сделали своими свадьбами. Да, еще так рядышком, так необычно. Такие подружки. Наши букеты похожи. Да, ну слушай, мне кажется, они вообще одинаковые, нет? Ну, плюс-минус. Ну, короче, пиончики у нас были очень красивые. Да, обращайтесь, да, как у вас свадьба. Вот мне интересно, на свою свадьбу я буду сама себе букет делать. Конечно. Экономия. Но это будет странно, если ты у других возьмешь, мне так кажется. Ну хочется, знаешь, отдохнуть. Вот ты же отдыхала, кайфовала? Нет. Ты не будешь отдыхать и кайфовать. Ты в любом случае не будешь расслабляться. Блин, свадьба. Я думала хотя бы. Но зато ты будешь знать, что все будет четко, понимаешь? Да. Но в чем ты не будешь волноваться, что букет точно приедет. Что не будет никаких проблем. Я просто его сама заберу. Да, ты просто его сама заберешь и поедешь. Мне кажется, это вообще отличный вариант. Ну и кидать не буду, чего уж себе оставлю. Да, целый магазин. Так что вот так вот классно. И причем самое интересное, прикинь, я не знала, что это твой магазин. Да? Я не знала. Я узнала об этом вообще потом. Серьезно? Что? Я так клянусь. Это просто прикол. А я знала, для кого мы делаем букет. Я не знала, представляешь? И я узнала... Да-да-да, вижу, спасибо. Я узнала только... Потом. Слушай, после... Ну да, потом, но я даже не помню, насколько сильно потом. А возможно, даже просто узнала... сегодня. Не-не-не. Узнала, когда узнала, что ты у Кирилла тоже. Да. Потому что у нас один менеджер, Кирилл Сёрин. И на свадьбе он у тебя был. Да-да-да. Да. Кирюша, one love. Привет! Так что так, так классно. Да. В общем, ладно, мы уже подходим к ресторану, я думаю. Нас ждет очередная. Ветер очень, очень вкусная. Трапеза. Трапеза. Я уже не могу. Как есть. Называется наш отель? А мне нравится. Тебе нравится? Я же не кушаю. Я вообще думаю о том, чтобы еще сэндвичи заказать потом в номер. Да, тема. Рум-сервис. Мне понравилось, я уже капучино себе заказывала сегодня. А там они приносят на таком подносе с серебряной крышечкой. Ну, да? Не, капучино нет. А, я думаю, что сэндвичи можно, да. Да, это круто. Так что вот. Смотреть. Дельтоп. Да. Питер. И Питер. Кстати, ты давно была в Питере? В 16-м году. Офигеть. А ты знаешь, что я тут делала в 16-м году? Я приехала сниматься в клипе у Славы, за которого замуж вышла. Вот это шок! У меня аж мурашки, если честно. Блин, прикинь. А вы тогда были знакомы или нет? Нет. Познакомились. А знаешь, кто нас свел? Она сейчас вообще упадет. Нас познакомил Кирилл Сёвин. Кирилл просто лучший! Он же теперь наш менеджер. Кирилл Сводник. Сводник, однозначно. Да. Ну, короче, чувствую. Это сумасшествие какое-то, история очень классная. Питер для тебя особенный город, значит? Ну, да. Хотя сам Слава не из Питера, но здесь как бы, встреча. Да, встреча, искра. Буря, и мы влюбились, ну, мне кажется, практически сразу, и все. И уже через недели три, наверное, мы уже встречаться начали. И вот, скоро будет пять лет. Да. Да, красиво это. Да. Ну, короче, так вот. Питер, романтика! Я вообще очень рада, что мы сейчас пешочком идем. Хоть так, знаешь, посмотрю в атмосфере. В этой. Вообще гулять надо. Да, но так сложно здесь гулять, особенно если холодно. Ежи. А это карпаччо из Дорадо. Не буду.
ежи я как-то пробовала, это, если честно, ну, лично для меня был просто кошмар. Но это деликатес. Я заказала себе лосось, стейк из лосося. Вот эти вот чудо-юды я не стала пробовать. Также пью сок, хотя у девчонок винишко. Прикольно им, наверное. Ребята, я уже в номере. Дошли пешком до нашего отеля. Ну, в принципе, как мы и туда шли, не очень-то далеко, но зато прогулялись. Немножко вечером уже становится похолоднее, конечно. Но, кстати, я ожидала более прохладной погоды, поэтому... не так страшно, как могло бы быть. Ну, не знаю, посмотрим, что будет завтра. Отличный был день. Со всеми классно познакомились, пообщались, посмеялись. Словили какую-то волну общую. Я очень рада, потому что я всегда волнуюсь за это, переживаю. Потому что все люди разные, и у всех все по-разному, понятное дело. Вот, так что компания хорошая получилась у нас. Все девчонки адекватные, клевые. Ну, как я сказала, за это переживаю. В общем, я сейчас пойду мыться, мыть голову. Потому что завтра, если я сейчас не помою, она у меня будет вообще не очень. Так что на этом все. Сегодня был вот такой день. Мы только сегодня приехали, а уже столько всего классного произошло. Завтра будет вообще... Завтра я пойду утром на массаж лица. Расскажу вам потом, что как. Не знаю, не думаю, что получится снять. В общем, рано вставать. Так что я пошла мыться в кровать и спать. До завтра. Сегодня у меня был массаж лица и шеи, и это, конечно, кайф был офигенный. Потом очень классно было делать макияж, потому что кожа такая вся увлажненная, напитанная. Ой, ну, в общем, классно, что рассказывать. Я собралась, блин, не умею ее шарфы завязывать, но так лучше, чем когда просто его вот так вот закручиваешь 100 раз. В общем, сейчас у нас будет прогулка на яхте, на водичке. И я бы хотела, наверное, взять, ну, не знаю, шапку. Шапку не хочу. Я могу ее взять на всякий случай и носить, когда я не фоткаюсь и так далее. Но, конечно, лучше. Не знаю. А, ладно, возьму. Но за нами, скорее всего, сейчас машина приедет, поэтому шапку в сумку уберу. Trashy bar, another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the back. Сейчас у нас будет прогулка на катере. Все, ну да, на свете. Здесь можно сесть, пофотографироваться, так что сейчас у нас будет жесткий фотосет. Обед такой будет вкусный, закусочки. Так, тут у нас вообще красота. Мы сейчас с девочками стояли долго, по очереди фоткали, что очень красивый вид. Инстаграммабл. Да. Инстаграммабл. Минимализм. Ой, а может просто... Короче, все друг друга двигают, толкают. Можно сфоткаться? Блин, тут очень красиво. Я сейчас буду фоткаться. Девочки пока с другой стороны пьют шампанское. Первый раз, когда я в каком-то выгодном положении, за то, что не пью. Хотя мы здесь будем достаточно долго, поэтому я могла бы не торопиться. Но тут так красиво. И сейчас вообще не холодно. Я хочу максимально сделать класс. Там тоже красиво, я, может, не особо-то чего и теряю, но вот это сиденье так классно подходит к моему пальтишке.
ребята, мы уже катаемся и просто благодать. Смотрите, как красиво, и вообще нет ветра, и тепло. Я просто в блаженстве. Я вчера очень мало снимала. У нас новый день, сейчас мы уже сидим в автобусе. Я сегодня проспала. Я планировала встать в 8 утра. Я встала, посмотрела на будильник. Подумала, может, 10 минут поспать. Ну, в итоге 9:12 проснулась в следующий раз без будильника сама. Я так обрадовалась, что я встала без будильника, потому что сегодня у нас очень важный день, и опаздывать вообще нельзя. С нами каждый день приезжает шикарный автобус, наш личный. Вон девчонки. Привет! Привет! Ура! Все очень классно, мило и добро, но я рассказывала. Все общаемся, дружим, фоткаем друг друга. А что делать? Подписались друг на друга все. А еще вчера на ужине мы сидели и выясняли, что почти все, типа 98, наверное, процентов девчонок все замужние. И я так удивилась с этого, то, что раньше я ездила в блок-туры какие-то, и там максимум 1-2 человека. Короче, опять на эту тему, но это просто странно. Ну, нет, это круто, при том, что мы все молоденькие такие девчонки. Клево. Простите, а сколько нам ехать по времени? Ну, 1016 минут. Ага, спасибо. Там плюс-минус 2 минуты, трафик там минута 2. Угу. Как круто! Просто капец! Мы уже приехали. Мы сейчас фоткались вот с тем синим, там девчонки с зеленым, зеленый тоже, кстати, классный, ну, такой зеленый и какой-то там еще цвет. Сейчас мы хотим к белому подойти, потому что он более яркий, контрастный, и вид, не знаю, пока какой взять кадр. Кадр, конечно, не самый. Нереально, офигенно, очень классные впечатления, ощущения. И я вот сколько раз в Питере была и особо его не смотрела, не видела, потому что всегда сюда приезжаю по работе, какие-то туры, и буквально на пару дней. Иногда вообще было, по-моему, даже один день прилетаешь, вечером улетаешь. Вот, и ничего не смотрела, а за эту поездку, за этот полет вообще увидела все, даже то, что не планировала, наверное, не думала увидеть. Очень классно. Час прогулки на вертолете, вот как у нас была, стоит 60 тысяч. И неважно там, сколько человек сидит, ну, в том плане, что помещается 3 и пилот, понятное дело. Мы сидели вдвоем, потому что у нас 3 самолета, и так вышло, что в других самолетах по 3 было, а у нас как бы 2. И это кайф. Всегда мечтала полетать на вертолете. Ну, типа, знаете, всегда смотришь на вертолет, пролетает, и думаешь, блин, клево. Ну, короче, классно. Офигенно.